6 ноября Православной Церковью установлено празднование, посвященное иконе Божьей Матери. В честь этого образа освящен и храм Десногорска. В нем в день престольного торжества божественную литургию возглавил епископ Рославльский и Десногорский Милетий. Божественную литургию традиционно посетили верующие Десногорска. Храм иконы Божьей Матери Всескорбящих Радость в нынешнее время пандемии остается источником утешения и духовной радости для прихожан. По окончании богослужения вокруг храма был совершен крестный ход. Особое внимание верующих к чтимому образу Божьей Матери, как к символу неустанной заботы и защиты о людях. Прихожане молятся об утешении в нужде, скорбях и печалях, при неизлечимых болезнях и душевном смятении, о вразумлении близких, потерявших верный путь, облегчении душевных страданий. Икона Божьей Матери всех скорбящих радость. Своим названием указывает на то, что во всех испытаниях и в нынешних, и в тех, которые грядут в нашу жизнь, ее помощь в ответ на нашу молитву неизменно будет со всеми нами.